Известный турецкий актер Джан Яман пользуется огромной популярностью у телезрителей как на родине, так и за рубежом. Как уже сообщалось ранее, Яман дал согласие на съемки в турецком сериале платформы Disney+. Данный проект будет отснят компанией «Айяпим», продюсер Улуч Байрактар. В известном турецком издании появилось сообщение, что в настоящее время проводится кастинг на главную женскую роль в этом проекте. И продюсер, и сотрудники платформы Disney Plus полагают, что кандидатура Демет Аздемир идеально подходит для нового проекта. Многие телезрители помнят этот актерский дуэт Джана и Демет по романтическому сериалу «Ранняя пташка», где они исполнили роли влюбленных. Именно этот сериал стал наиболее удачным в карьере обоих актеров и принес им всемирную славу и обожание поклонников. Точно известно на сегодняшний день, что Демет пока не дала согласия на это предложение, но по сведениям журналистов, создатели проекта пойдут на любые уступки и выполнят любые требования телезвезды, лишь бы заполучить ее в свой проект. Что касается самой актрисы, Демет не горит желанием опять работать на одной съемочной площадке с Джаном Яманом и уже дала согласие, пока в устной форме, на роль в другом проекте MF Япим для Disney+. Причем там основной кандидат на главную мужскую роль – Керем Бюрсин. Но у Демет Аздемир еще есть время передумать, окончательное ее решение или нет, узнаем после официального подписания контракта. Следите за событиями из жизни телезвезд Турции вместе с нами и подписывайтесь на наш канал.